Попытка номер два. Прием, подключайтесь. Мы еще только начали, мы только на третьем вопросе. Сейчас тут вопросов 12, у меня лично еще несколько, поэтому... Так, ждем, заходим все, возвращаемся. Я уже выложила первую часть эфира на всякий случай, потому что я не знаю, как его сейчас сохранить. В общем, там как-нибудь преобразуем, потом... Так, ой, что-то у меня так много людей запросило сейчас в эфир. Сейчас, секунду. Вот, accept. Супер. Так, еще раз accept. Не знаю, то ли у меня... Видно, вот. Слышно, да, меня? Да, сейчас видно, слышно. Но, в принципе, это предсказуемо. У нас же в Дубае ничего да. Без... Да, правильно люди говорят. У нас я купила на самом деле официально VPN, но он всегда с такими глюками, да. Да, ну, продолжим, давайте. У нас драгоценное время из-за того, что у нас. В общем, открыть real estate компанию все легко, просто сдать квартиру вы можете, находясь дистанционно без проблем. Это в принципе вы поручаете по доверенности. Единственный такой момент есть, Алена. Те, кто не оформил себе визу резидента, у них нету банковского счета, и они не могут получать деньги. Когда чеки выдаются, например, арендатор ваш выдает вам, если вы не предусмотрели этот момент, каким образом вы будете получать деньги? Как правило, никто в вашу страну вам арендные платежи не будет скидывать. Это нужно, чтобы у вас либо здесь был банковский счет, и этот чек должен быть выдан именно на ваше имя с правом, возможностью вашего риэлтора, например, или менеджмент-компании, которая будет депонировать на ваш счет. Если они сделают это на свой счет, у меня было несколько кейсов таких, когда... риэлторы недобросовестные, пользуясь там тем, что отсутствием хозяина, сдают, сами себе деньги забирают. Да. То есть вот этот самый главный момент предусмотреть, чтобы у вас была возможность финансовая. Из этой ситуации. Во-первых, мы же помогаем с ипотекой не резидентам здесь. А так как при открытии ипотеки открывается счет в банке для нерезидента, это очень... Да. У вас, да. У вас это сразу как бы можно. Да. Ну, еще такой момент, чтобы знать, что не давать доверенность на право получения денег. Здесь нужно давать доверенность на право получения чека на свое имя. Тогда идет этот, значит, некий риэлтор, допустим, условно, вы и я даже можем пойти и положить деньги на его счет, просто имея этот чек. Да. Единственное, что я вот еще что думаю, потому что у нас наш ипотечный брокер, который здесь занимается нерезидентами, помимо ипотеки, она просто помогает с открытием счета нерезидентам. То есть тоже очень выгодно. Ну, это платная история, я к этому не имею отношения, то есть мы не ставим никакую свою маржу, но есть такая опция. То есть нерезиденту тоже можно... Да. Я тоже знаю людей, которым, да, просто переслала номер, чтобы хотя бы помогли людям, если есть такая возможность. Да, обязательно. Я могу с вами поделиться этим номером, этим контактом, пожалуйста, своим клиентам отдавать. Единственное, что когда вот это подключение коммунальных платежей происходит, да, без Emirates ID это невозможно оформить. То есть в любом случае нужно сделать доверку тогда на агента, правильно, чтобы агент уже по своим ID подключил. Платежи. Это когда мы говорим про, собственно, там... Потому что нету местного номера, да, у человека, не резидента, да, пока у него все появится. Так, хорошо, дальше. Если... расскажите подробнее о вариантах получения резидентства. Вот, кстати, много вопросов про резидентство задают, потому что почему-то всем кажется, что оно как будто бы кому-то надо. Я не пойму. Нет, на самом деле, почему нет? У меня очень много вопросов тоже. Вот я последний прямой эфир выкладывала, какие виды иммиграции, то есть именно в том плане, что постоянного права проживания на территории Эмирата. Это, коротко говоря, это инвестирование в недвижимость, это инвестирование в бизнес. Если вы создаете бизнес как глава компании, как учредитель компании, вы можете получить это, в принципе, так доступно очень. И самое главное, это 90% людей получают рабочую визу, когда устраиваются. И еще один вариант, когда вы как муж, жена приезжаете, тоже husband виза и фрилансера. Можно сказать, что это как бы вид под вид бизнес-лицензии, когда вы тоже как предприниматель, только сам себе, вот, скажем, ИП. И будет это дешевле стоить, чем вот полностью торговая лицензия, виза, под торговую лицензию обязательно нужно... Но там тоже есть нюансы, там по фриланс-визе тоже есть нюансы, что она не настолько серьезная, чтобы там сложнее банковский счет открыть, кредиты получать в последующем, допустим, да и вообще в целом, да.
шансов ноль с кредитов, даже кредитную карту не дадут, поэтому я всегда предупреждаю. Да, 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 я к тому, что там надо понимать, что это просто временно. 100%. А есть ли налоги в Дубае? И если есть, то какие? Смотрите, я тоже про это рассказывала, что у нас есть налог, да, один как бы официально, который называется налогом, это на 375 тысяч годовой оборот, если 375 тысяч дирхам, это примерно условно 100 тысяч долларов, если у вас на эту сумму идет оборот, неважно, прибыль это или там убыток и так далее, просто упали эти деньги на ваш банковский счет в течение там года, то вы должны будете обязательно платить уже с этого 5% НДС, да, ВАТ. Но там есть 180 тысяч необязательные, там, ну, как бы по желанию встать на учет. Остальные налоги, что касается по недвижимому, например, имуществу, у нас есть сервис charge. Он не называется налогом, но, по сути, это тоже плата за владение недвижимостью. Вы платите, но там, правда, есть понимание, за что вы платите, да, за облагораживание территории, за ремонт, там вот ведение, да. В общем, там делится в зависимости от квадратуры, да, и, ну, в смысле, от участка, где вы находитесь, где вы купили, и там цена разная, в каком районе, какой объект. Вы должны этот момент заранее у риэлтора уточнять, потому что это прям, ну, как бы приличные деньги, если так посмотреть, это, если не задумываются люди, но если посчитать свои расходы на коммунальные платежи, на расходы, на 4%, которые вы платите при покупке, то у вас недвижимость быть, это тоже недешево быть хозяином недвижимости. Да, да. Ну, на самом деле, я вот общалась с риэлтором из Америки, с США, и мне подтвердили, что там, помимо того, что такие же цены на maintenance fee, даже часто дороже, вот, так еще и плюс налоги, поэтому нормально. Я тоже согласна с вами, да, у меня очень много разных клиентов стран мира, они все равно говорят, что это вы не жалуетесь, у вас на самом деле здесь благие. На самом деле, просто мы же сравниваем со своими странами, если бывшего Советского Союза, для нас на самом деле были, оказывается, шикарные условия, мы не знали, у нас продукты питания натуральные, у нас настолько все дешево, и медицина бесплатная, и образование, и мы из-за этого для нас это. А так во всем мире давным-давно перешли на эту систему, когда... Конечно, однозначно. Но все равно, да, здесь пока в ОАЭ очень благоприятные условия. В этом плане нет налога на доходы физлиц, что самое главное. То есть зарабатываешь сколько угодно, не платишь с этого налога. Это замечательно, прекрасно. И со следующего года только собираются вводить вот этот корпоративный налог. Корпоративно. 23-го года. В шоке. Да, 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 да. Что там будет уже? То есть все будут списывать, наверное, с этого налога расходы там и все, что возможно. Будем с этими чеками ходить, как в Европе, знаете, кофе попил, забрал там то все. То есть можно будет, правда, ведь списать с этого налога? Ну, посмотрим, как это тоже, знаете, я думаю, что здесь, ну, это еще тоже предстоит апробировать, как это будет. Вот что в Эмиратах особенность такая, знаете, здесь... Закон про корпоративный налог в середине года. Вот как? Почему не с января? Почему это с июня должно быть? Вообще мне вот это непонятно. У меня уже бухгалтер просто в панике заранее. Заранее. Да. Не, на самом деле все это будет утрясется. Просто вопрос только в том, что это будет косвенно на нас ложиться расход. На самом деле все подорожает. Просто к этому надо готовиться. Значит, ну как точно так же с ватом произошло. Да, кофе там стоил 15 дирхам, сейчас 15 дирхам плюс 5%. Так что так и верно, это. Да, верно. Так, хорошо. Но опять же, это только бизнес, да, мы говорим про бизнес-налог, так что кто собирался переезжать в Дубай, покупать недвижку, становиться резидентом и, ну, как бы боится за налоги, не переживайте, по-прежнему налога на доходы физлиц нет. Если я гражданин РФ, но резидент Дубая, вот, опять же, тема налоговая, плачу ли я налоги в России, в том числе с недвижимости в Дубае? А, да, здесь, смотрите, такой важный момент, в принципе, это, во-первых, у нас есть соглашение об избежании двойного налогообложения, это означает для того, что если вы резидент какой страны, вы должны посмотреть и проконсультироваться со своим местным налоговым в своей стране, где вы постоянно находитесь. Если больше 180 календарных дней постоянно вы проживаете, основной источник ваших доходов на территории другой страны, то есть то вы не являетесь резидентом, именно налоговый резидент. Для цели налогообложения всегда используется понятие налоговый резидент и просто резидент. Да. Вот я, например, мы с вами живем, работаем в Дубае, мы уже являемся резидентами, у нас как бы все подтверждено.
подтверждено, мы больше полугода находимся на территории, соответственно, учитывая, что между нашими странами есть соглашение об избежании двойного налогообложения, мы не платим своей стране налоги. Однако мы должны будем, ну как бы, если вдруг нам вопросы возникают, показывать о том, что в принципе здесь у нас основной вид деятельности. Поэтому мы считаемся, что мы подлежим налогообложению на территории Эмиратов. Но поскольку на территории Эмиратов нету налогов, то мы не платим ни на территории Эмиратов, ни на территории своей страны. И то здесь есть более того, недвижимость в России, и я ее сдаю, я не плачу налоги с той, потому что я, получается, налоговый резидент Арабских Эмиратов? Смотрите, по собственности, которая находится за пределами страны, вообще по собственности надо смотреть закон той страны, где относится, вообще находится эта собственность. Есть в налоговом кодексе есть источник налогообложения, который находится за пределами страны. То есть по владению, пользованию, какие-то доходы извне, когда вы получаете. Здесь у каждой страны свои особенности, свой налоговое законодательство. Здесь надо четко просчитать, здесь нужно, ну, нельзя ошибиться. Поэтому да, вы проверьте, то есть вот этот момент, потому что на самом деле по собственности, которая находится на территории другой страны, вы как бы не несете налоги в своей стране. Однако, например, в некоторых странах есть, например, в Казахстане есть необходимость декларировать свои активы за рубежом, да, то есть это любые, даже вплоть до, там штраф, если ты не декларируешь, об этом я рассказывала, но на практике это, во-первых, некоторые нормы трудноисполнимые, как говорится, ну, как, скажем так, бездействующие нормы. Очень много что может быть предусмотреть в законе, но он реально, как на практике, кто будет проверять по каждому нерезиденту, кто выехал, что да, где купил. То есть есть межбанковские соглашения, но банкам бы с другими проблемами разобраться, нежели по всем обмениваться автоматом. Да. Вот. Поэтому по налоговым надо каждый раз отдельно по себе садиться. Это очень такая специфика, индивидуально по каждому гражданину. Это надо высчитывать, сколько он на территории пребывал, насколько он постоянно, как у него работа, деятельность связана, где он получает основной доход, и очень много факторов. Поэтому я не берусь сейчас в целом дать одну единственную, один ответ для всех, то есть, который годится всем, можно будет применять. Такой, к сожалению, не могу дать ответ. Можно к вам, если, например, резидент Арабских Эмиратов, который проживает прямо в Эмиратах, у него недвижка, например, в Европе, в России и так далее, к вам можно будет обратиться, чтобы вы проверили, перепроверили, вот как бы к вам можно будет отправлять клиентов, чтобы вы консультировали по налогообложению или помогали, как оптимизировать налоги, или это совсем не ваша, как бы, сфера? Не, это не моя стезя. Другая страна, это я вот, моя специфика – это законодательство Объединенных Арабских Эмиратов. В части, которой оно пересекается со странами СНГ, я также специализируюсь, все-таки опыт там, у нас одна как бы база была в свое время, многое друг у друга переписали, грубо говоря. Поэтому да, на да, самом деле я вот в, например, межнациональных браках, разводах по недвижимости, по всем налоговым между этими странами. Плюс, более того, я специализируюсь именно по законодательству Дубая, потому что, чтобы понимали, например, то, что мы сейчас говорим, оно не полностью относится к Рас-Аль-Хейме, Шардже, у них там своя небольшая специфика. То есть есть общий федеральный закон и есть каждый закон Эмират сам принимает отдельно. И там есть небольшие, но специфика, она существенная для, если вы пойдете регистрировать, если вы пойдете наследственное право свое как-то регистрировать, отличается. Причем для меня, как для юриста, даже я бы сказала, комфортно работать в Дубае, в Шардже свои процессы, в Абу-Даби судоисполнение. То есть я уже знаю, где какая специфика, где сложнее. В Дубае самая комфортная в этом плане юрисдикция. Понятно, хорошо. Тогда не будем про налоги, пройдемся по следующим вопросам. Право наследования недвижимости в ОАЭ, оно как в РФ, но мы уже затрагивали, в принципе, эту тему права наследования. То есть можно и получить наследство не только через фрихолд, но даже то, которое получается в лизинг, в лизхолде, да, находится. То есть, в принципе, да, могут... Алена, смотрите, здесь такой важный момент, который, к сожалению, наши многие не знают. Одно дело, вы на ура думаете о жизни, вы покупаете, но то, что после вас останется ли это вашим детям, или то, как вы хотели бы распорядиться, это будет решать суд местный. На самом деле вам нужно будет делать завещание. Если у вас нету завещания, причем завещание должно быть не ваше где-нибудь в вашей стране, оно должно быть здесь, которое признается. Это либо DIFC вы делаете, либо в Дубай Корт делаете. Завещание могут оставлять только не мусульмане.
Поэтому только не мусульманам разрешается писать завещание и самому завещать, куда что распределить, да. Там тоже есть процедура. Если вы не оставили завещание, после смерти экспата его имущество будет распределено по законам шариат. По закону шариат там не делится в первую очередь, там жена и дети получают. То есть там будут смотреть на момент его смерти родственные его связи. Например, у мусульман это в первую очередь там получает мужская линия, это может быть, если отец жив, если братья живы, сыновья живы, они получают большую долю, например, чем дочь. Если жена, то есть сначала раздают его долги. То есть если я в это болото вам буду сейчас рассказывать, у вас голова просто будет пухнуть, потому что шариат, право, оно очень интересно, оно мне нравится. Я вот сейчас как раз наследствиями очень много занимаюсь вопросами. Оно хоть и интересное, но оно такое специфическое, особенно непонятно нашему менталитету, нашим людям, как это так. Там два свидетеля, например, мне приходится приводить, тех, которые могут подтвердить, что да, у него была эта жена, у него есть дети и так далее. То есть даже если я приношу легализованные документы из России, там, из наших стран, нотариально заверенные свидетельства о наследовании, там, соответствующее уже легализовано, оно для нашего суда здесь одно дело, этот документ. Подходит. Но они все равно ждут свидетеля, который должен прийти, два свидетеля, ну, как правило, мусульман, но может быть и не мусульманин, если там... Ну, это там своя процедура, специфика. То есть, если вы, человек не оставил завещание, ему будет сложнее, после там два процесса будет проходить. Первый процесс – это на признание его вообще после смерти очередности наследников, а второй – это на распределение долей. То есть, первый – это факт смерти и родственной связи, второй – это факт долей распределения, то есть два суда. Да, то есть можно сказать, что весь этот головняк можно миновать, если просто сделать завещание вовремя. То есть, ну, грубо говоря, хороший вопрос, верно? Да, 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 да. Смотрите, да. Завещание если... уже сейчас при смерти. Да. Состояние. Спасибо, да, хороший вопрос, Алена, потому что, да, и лучше сделать завещание уже, и у меня тоже вот эта услуга, когда мы пишем завещание и так далее, то есть помогаем, консультируем, где лучше написать, как лучше написать, потому что по завещанию, опять же, своей процедуры, одно дело вы записали, завещали, а после этого, ну, там тоже у меня два душеприказчика, это исполнители воли покойного, а также два свидетеля нужно, это можно сделать онлайн, и плюс еще в DFC лучше сделать, конечно, я вот опробировала, и в любом случае с этим завещанием после смерти, после свидетельства о смерти лица есть, который завещатель, после этого нужно идти в суд, получить соответствующее разрешение вот на исполнение этого завещания, и оно будет сразу отправлено на исполнение, там уже, например, по недвижимости сразу переходит к тому, кому он завещал. Это долгая процедура? То есть должен ли человек быть физически в Дубае? Или это можно сделать удаленно? И сколько это по времени? Завещание можно составить онлайн. Для этого не обязательно, потому что сейчас после успешно внедрили эту всю процедуру онлайн. А по поводу, опять же, по доверенности это можно сделать, когда мы говорим о исполнении завещания. То есть там уже есть своя процедура тоже по доверенности от, допустим, либо это делает душеприказчик, как в нашем законодательстве их называют, или исполнитель воли покойного, соответственно, он тоже выбирается, назначается. Там своя процедура. Ага. И да, онлайн делается, но он личное присутствие, и сейчас электронная подпись все-таки, ну, как это больше через подтверждение, да, в любом случае он выходит лично, показывает паспорт, должен знать английский язык. Ага. Ну, то есть, грубо говоря, я просто думаю, что вот, например, человек покупает недвижку, причем очень многие покупают онлайн, там приезжают только на сделку, и у них там 1-2 дня, чтобы на сделку выйти, ну, я имею в виду, чтобы title deed получить, да, и они хотят... Можно ли уже начать процесс вот этого, вот этой процедуры, да, чтобы, ну, уже как бы душа не болела, и уже эти документы были на руках, все было в порядке. То есть можно начать этот процесс, остальное как бы уже все онлайн, да, оно... Да, все верно, все верно, все это можно оформить онлайн. Хорошо, замечательно. Поехали дальше. Если у меня возникли недопонимания с владельцем недвижимости, которую я долгосрочно арендую, куда можно обратиться?
В Дубае непосредственно это Rental Dispute Center есть. У нас на сайте есть это земельного департамента, есть колл-центр, который очень активно их консультирует, если дозвонитесь, дай бог, если какие-то проблемы. В принципе, там достаточно, из-за того, что это сфера, где 99% наверное, населения арендует, здесь это уже налаженный процесс, поэтому очень легко к ним достучаться, дозвониться, прийти, проконсультироваться. Вопросы возникают одни и те же у людей, поэтому там все наработано. То есть это называется Rental Dispute Center. Это при земельном департаменте, прямо в самом здании находится. То есть и в собственник точно так же может, если какой-то диспьют с арендатором, да, тоже обращаться в этот диспьют-центр. Да, там все это бесплатно консультируют, но если вы будете открывать, подавать и так далее, то это денег стоит, конечно, который, в принципе, возмещает ну, сторона проигравшая. Отлично. А может ли владелец недвижимости увеличить аренду? Да, он может увеличить аренду в пределах лимита, который на сайте также размещается. То есть есть некая справедливая рыночная цена, выше которой вы не можете поднять на определенный процент там. И причем вы должны будете заранее уведомлять по закону в письменном виде, что вы будете повышать на такую-то стоимость. Если эта цена несоразмерна, то есть она превышает предел, определенный государственным органом, земельным департаментом, то, соответственно, человек уже, у них уже конфликтные отношения будут, ситуация, то есть суд всегда на стороне, он по закону действует. Здесь как бы нет такого, что не защитят права арендаторов, арендодателя, то есть здесь справедливо с этим. Хорошо, то есть на сайте Dubai Land Department есть там отделение Dispute Center, и можно через них, в общем-то, на это все подать. И плюс, если, например, по рынку квартира выросла сильно, то можно поднять цену на определенный процент, который тоже указан на этом сайте. А насколько заранее предупреждать арендатора, что вот я типа, хочу поднимать? За 3 месяца, да, кстати, вот эти важные моменты, сроки, то есть вы не можете, например, важный момент, когда вы сдаете, вы купили, довольны, хотите сдать квартиру, вы должны понимать, что если вы вдруг сами захотите через год въехать, вы должны за год предупреждать. Да. Если вы хотите поднять цену или съехать, или продать, опять же, за продажу тоже надо за год уведомлять. А что касается увеличить стоимость, то, опять же, за 3 месяца как минимум нужно подавать и указывать, что вот в связи с увеличением и так далее на рынке. Но, опять же, это не всегда. Я была и на той стороне, и на этой стороне, когда один говорит, он не повышает, другой говорит, нет, например, разных клиентов представляешь. И на самом деле это, да, это очень такая нудная процедура. Это не просто выселить один день. Юриста, конечно, нежели самостоятельно этим заниматься, это однозначно. А, кстати, можно узнать стоимость ваших услуг? То есть какой-то, может быть, где-то на сайте можно посмотреть или так на вскидку скажете? Например, в данном случае диспьют с арендатором. Сколько это стоит, вот ваша услуга? Не считая, естественно, госпошлины. Смотрите, Алена, вот есть кейсы, за которые я уже не могу браться физически, как юрист, который вот сопровождает. Я сейчас в месяц ограничена количеством часов, которые я могу взять, поэтому уже так получается, что по часам я работаю, то есть я проконсультирую. Вот что касается арендных вопросов, у меня час консультации стоит 1500 дирхам. Если человек ко мне приходит, он уходит полностью оснащенный всей информацией. Я всегда на связи могу подсказать, куда идти, что сделать пошагово. Большинство наших, скажем, людей с постсоветского пространства очень шустрые, очень сами грамотные люди, их легко вести. Мы хорошо находим контакт, и мне легко лучше работать. Я один раз тебя проконсультирую, потому что не надо тратить деньги, там, как правило, небольшие суммы. Вы больше потратите на юристов, если вы будете нанимать юриста, да. Поэтому если вы, тем более там есть специализирующий орган, который вам подскажет. Поэтому лучше в этом случае, если у вас не идет вопрос о выселении, там, о больших суммах, или вы там уже совсем уже встали в тупик, вот тогда надо обращаться, уже там будет смотреть от сложности дела. Да. Нетрудно судить, вот сказать всем сейчас одну определенную сумму. У нас всегда зависит от массы вопросов, которые возникают. Вот, на самом деле еще такой момент, что арабское судопроизводство очень сложное в плане своя специфика, менталитет, плюс еще сроки, плюс еще не всегда. Это все так неожиданно, что-то может вылезти. Судьи сами решают в многих вещах, поэтому
Такие моменты есть тоже. В выходных ситуациях действительно нужно обращаться к юристу, и в данном случае у меня есть вот такая безвыходная, что называется, ситуация на данный момент. Вот, например, что делать с таким застройщиком, вообще что делать в случае, если застройщик говорит, бронь возвращается, то есть бронируйте, не переживайте, если что, мы вам вернем эти деньги, ну там в данном случае. Там, да. 20 там берут бронь, какие-то застройщики сразу говорят, нет, это безвозвратная бронь, вы передумайте, мы не возвращаем. Все, к ним претензий никаких нет. Но если застройщик говорит, да, просто клянусь там мамой, что это как бы это возвратные деньги, и в итоге, когда получается так, у меня было несколько кейсов с застройщиком Дамаг, которые говорили и прямо писали в официальном e-mail, что да, это возвратная бронь, у меня есть скриншоты, все там переписывали, и так далее, и в итоге человек, ну, то есть у меня был такой один кейс, 17 мая, например, он бронирует, потому что там надо срочно, а 19 он прилетает, он говорит, ну, давайте я сначала прилечу, посмотрю, а потом забронирую. Ну, как бы, как мне, я говорю, да, давайте, но sales из департамента, вот застройщика говорит, нет, вы что, мы уже там сегодня все продадим до вечера, о чем речь? Ну, раз возвратная бронь, так давайте бронировать, что такое 20 тысяч дирхам, да? Все, человек бронирует, 19 числа он прилетает и понимает, что ему там по каким-то причинам не подходит этот объект. Пожалуйста, верните деньги, как обещали. Не возвращают. То есть отмораживается. Один месяц, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Ничего не происходит, непонятно, к кому обращаться. Пишешь в customer service, они говорят, пожалуйста, свяжитесь. Значит, this unit, этот unit не записан на ваше имя, пишут, да, this unit is not registered under your name, please contact your sales relationship manager. И все упирается в того сейлза, который продал, который взял эту бронь. Я вообще не понимаю, как с этим вот вообще бороться. То есть что в данном случае с ним делать? Вообще и с клиенту что делать, и нам что делать, что с таким застройщиком делать вообще? Смотрите, Алена, я знаю, что делать, да, в вашем случае, если было письменное доказательство, вопрос в другом, захотите ли вы это делать? То есть после того, как вы узнаете, через какие круги ада вам надо пройти, чтобы жалкие свои, извините, 20 тысяч дирхам забрать, вы, процедура здесь стоит. Я не в том плане, что просто для этих монстров, которые вот огромные застройщики, для них это капля в море эти деньги, по сути. Ну, и они не заморачиваются, они не будут возвращать, во-первых. Во-вторых, они вас до такой степени замумукают, что вы устанете. Это вы будете с ними бороться, пытаться выинициировать, сходить в суд, платить пошлину там в суде, нанимать адвоката. Ваша сумма 20 тысяч, у меня были гораздо больше суммы. У меня приходят, я сразу говорю клиентам, насколько вот вы столкнетесь с чем, если вы готовы, вперед, вы да. понимаете все эти затяжные процессы, вы понимаете, что в конечном итоге мы победим, выиграем. У меня есть примеры, когда мы выигрываем, это длится годами, это мы доходим до последней там, но насколько, когда цена вопроса, будете ли вы сейчас на это заморачиваться, тратить свои ресурсы, время, деньги, которые вы можете направить на более другие проекты, скажем, благоприятные. Поэтому первое, что я всегда и на своих каналах я говорю часто всегда, что, пожалуйста, не торопитесь. Вот эта спешка, она ни к чему хорошему не ведет. Ваша никуда от вас не уйдет. Вот эта вот бронь, давайте быстрее там покупайте. Ну, это смешно. Да, у нас проекты, они быстро расходятся, это я с этим не спорю, но только из этого исходить. У меня гораздо более серьезный кейс. У меня люди выписывают чеки на несколько миллионов, скажем, дирхам. Задаток отдают, а потом выясняется, что их поторопили, среди ночи пришли риэлторы, подписали, срочно подписывай, у меня другой покупатель. То есть вот эта вся агрессивная такая составляющая для того, чтобы человека просто подвязать, а дальше он уже в капкан поймали, и уже они совершенно отвернутся и по-другому с вами разговаривают. Очень неприятно вот этот факт, когда сегодня за вами бегали, а как только вы оплатили деньги, они даже вас за человека не считают. Некоторые из них. Не хочу сказать про всех, но бывают такие. Да, и сейлс-департамента, вот он за нами бегал, вот он за нами, за мной, за моим клиентом, бегал. Он же с этих 20 тысяч никакую комиссию не поимеет. То есть он имеет деньги только когда уже оплачено там 30% от стоимости объекта, когда уже человек подписал sales purchase agreement, когда уже все как бы заверено в РИРа в Dubai Land Department. Тогда только агент, ну и в данном случае я как риэлтор получаю комиссию. От вот этой вот брони 20 тысяч дирхам никто,
кроме головной боли, кроме вот этого всего, не имеет. Я не знаю, зачем они так поступают. То есть какой смысл вот... То есть смысл-то в том, что он думает, наверное... Они не создают прецеденты, Алена, они не создают прецеденты. Если он вернул одному, потом возвращает другому, третьему, четвертому, то есть просто они держат оборону, никому не возвращать. То есть это задаток, это сумма задатка. Я думаю, что когда вам писали, это они вас вводили в заблуждение, они однозначно знали, что не вернут. Иначе бы они не просили вот в такой мере, что быстрее, да, там за два дня, тем более, приехать можно было. Другой вот тоже момент, то есть, да, 20 тысяч уже, понятно, смириться, и у меня, кстати, у самой такая же была ситуация, то есть, когда я оставляла бронь как покупатель, и мне не возвращали эти деньги, то есть, я теперь уже понимаю, с какими застройщиками нельзя связываться, либо аккуратно и так далее. Но вот сейчас у нас на данный момент такой есть кейс, когда значит, забронирован объект еще в мае прошлого года, покупатель с того момента платит по рассрочке, то есть на данный момент уже выплачено 500 тысяч дирхам за этот объект, да, и до сих пор у нее не подписан sales purchase agreement. То другое, то есть как бы этот самый sales тоже отправляет якобы это SPA, он как будто бы по DHL не доходит, кто-то теряет, они делают это заново и так далее и тому подобное. Не понимаю, почему так происходит. Ну, то есть, на самом деле, от этого же застройщика у меня было там 6 продаж. Вот 5 нормально, все, да, подписаны SPA, все хорошо. А вот 6-й вот что-то пошло явно не так. И в итоге, так как не зарегистрирован договор в департаменте земельной собственности, ну, у них там, видимо, какая-то своя процедура, 3 декабря значит, присылают письмо клиенту о том, что этот объект на вас не зарегистрирован. И она просто в полной панике, как так, я уже оплатила 500 тысяч дирхам. Мы, естественно, тут все, мы ставим в приоритет этот кейс, мы ходим везде, там, звоним этому сейлзу, мы там обращаемся к его менеджеру, никто абсолютно не может помочь. Все сводится к тому, что снова нас возвращают к этому сейлзу. То есть куда бы мы ни обращались, какой-то хай-менеджмент, не хай-менеджмент, то есть мы приходим там в офис к застройщику, грубо говоря, разговариваем с филиппинкой на ресепшене, да, которая нас снова отправляет к этому сейлзу. То есть у меня один раз только получилось пообщаться с какой-то там женщиной, она вроде как принадлежит семье там Дамака, да, и вот она просто мимо проходила и увидела меня, и мы вот так вот завели разговор. А она мне дала сразу другого какого-то менеджера, который якобы мне поможет. Этот менеджер мне пытался помочь поначалу, потом просто перестал отвечать. И вот так вот мы как бы зависимы получаемся от вот этого марокканского сейлза, который ведет себя очень нечистоплотно. И мы реально не понимаем, что делать в данном случае. Причем клиентка категорически не хочет забирать деньги. То есть мы даже, ну, она не хочет просто забрать, она хочет этот объект. Она либо хочет этот объект, либо она хочет деньги с процентом, потому что уже на данный момент тот объект, который стоил 1 600 000 в прошлом году, в мае, сейчас он стоит 2 миллиона. Почему? Она говорит, я должна, типа, спонсировать, да, кого-то, это мои деньги, я хочу получить бенефит. Либо этот объект, то есть я хочу этот объект. Вот как в этом случае быть? Что нам делать? Что вы посоветуете? Я советую только в этом случае уже властно-административные меры. Здесь ничего вам не поможет. Если уже вы прошли все через руководство, если руководство не реагирует, это означает, что у них внутри конкретно. Я думаю, что здесь у меня есть догадки, почему это. Но на самом деле здесь поможет только жалоба. Здесь поможет судебный legal notice, когда вы активно начинаете процедуру. Я, как говорится, вот с такими вообще вести переговоры бесполезно. Только с позиции именно угрозы, именно законного привлечения к ответственности, плюс полностью с компенсацией, со всеми вашими подтверждающими документами, открывать судебный иск полностью. То есть у вас есть все подтверждающие документы, вы показываете, первым делом отправляете legal notice, это юридическая претензия, все это зарегистрировано. И после этого, если уже после этого они понимают, что вы нанимаете юридическую фирму, что этим вопросом занимаются, что вы будете пожаловаться отдельно на этого риэлтора в земельном департаменте, если у них отдел контроля. То есть, если вы жалуетесь, если вы посмотрите, и вот очень хороший совет хочу всем дать, скачайте Dubai REST, мобильное приложение. Это мобильное приложение земельного департамента. Вы там увидите всех лицензированных риэлторов, вы увидите все объекты полностью, на какой стадии строительства. Это на самом деле очень такое хорошее приложение. Вы там можете и Title Deed, вы знаете, там
посмотреть свои, как бы, очень много там и законодательства можете поискать, и стадии строительства, и инспекции, когда была последняя земельного департамента. Я почему про это приложение сказала сейчас, вот в свете этого, вы жалуетесь, вы смотрите, во-первых, этого риэлтора, и там же есть отметка на риэлстейт-агентство, сколько у него там черных меток, скажем, замечаний к работе. И эти замечания, они тоже со временем, они же лицензируются все. То есть это то, чем можно их... Да, но там, смотрите, вот, например, у Дамака, там у них 7 тысяч агентов. И эти все, да. Они, их нет в РИРА, то есть их нет, точнее, в РЕСТа приложения. Да, да, они же просто, как скажем, штатные работники, они больше как штатные, это не те, которые real estate в чистом виде, брокеры. У них не брокерская лицензия, это тоже как юристы. Вот у меня с лицензией от департамента юстиции, а такой же юрист есть, который работает просто в компании. Он не лицензирован, как я, который мы проходим обучение, вот как брокеры, которые сдают экзамены. То есть здесь уже немножко другая специфика работы. Но это я так между делом сказала, что вы можете посмотреть лицензированного брокера, как правило, с такими работают, если вы не покупаете через напрямую застройщика. У застройщика это штатные его работники. Они, кстати, тоже, часть из них имеют лицензию. Вот. И в этом случае только, Алена, властные меры и жесткий метод, то есть через полностью судебность, с ними уже даже не разговаривать, а прямо вот наказывать неустойку, все доказательства прикладывать, переводить все на арабский, только таким образом можно повлиять. И то, я скажу, не всегда бывает, что вы в выигрыше останетесь. Консультация 1500 дирхам стоит. А если вести такой кейс, то есть на какие расходы нам нужно ориентироваться, что нам нужно ожидать в этом случае? Смотрите, здесь, как правило, мы смотрим на пакет документов. В некоторых случаях, очень часто я говорю, вы даже не суетесь туда. То есть у меня такая интересная, наверное, консультация, когда я отговариваю подавать в суд часто. Я говорю, не ходите, пожалуйста. У меня была девушка, она 3 раза ко мне приходила, я хочу подать в суд. Я говорю, у тебя недостаточно доказательств, ты потеряешь время, деньги. А у нее обида в душе сидит. Я ее понимаю. Я боюсь, что если она сейчас пойдет другому юристу, который глаза горят, деньги забрать, и да, и это тоже, да, ну, наш хлеб, как бы человек хочет, но я-то вижу, что на выходе это нет света в конце туннеля. Я сама заинтересована брать именно кейсы, когда мы выигрываем. Это, ну, такое классное чувство, когда ты челлендж, ты что-то там достигаешь, добиваешься, борешься за справедливость. А когда вот ты видишь уже проигрышный кейс, что у человека нет документов, ничего нет, доказательств оплаты нет, договоры не подписаны, что-то еще. Ну, то есть смотришь, какая сложность дела. И если человек, понимая все риски, готов, то есть степень мы оценили, и он говорит, все, я готов, то, как правило, цена идет либо процент, ну, определенно фиксированная цена всегда есть за работу, и плюс еще процент от выигранной суммы, как правило, это вот, думаю, это ни для кого не секрет, в юридических компаниях от 10%, кто как просит, некоторые 15-20% бывает. Ну, я не советую брать тех, кто вот, я таких не встречала, но говорят, что есть, кто вообще бесплатно берется. Они не берутся бесплатно, они потеряют ваше время, вы будете думать, что у вас есть юрист, который занимается, по сути, вы сроки исковой давности потеряете, вы будете думать, что можно кто-то бесплатно взялся защищать. Нет, это наша работа, вне зависимости от результата, как бы человек работает, а там дальше уже много процессов, как это все ляжет здесь. Ну, то есть в данном случае вы бы посоветовали к вам вот сначала обратиться, подать все документы, да, то есть клиенту вам прислать. Да. Пытаться, да, и вы тогда посмотрите. Я бы посоветовала, да, сначала первый вопрос – это оценить степень вот его, и где мы находимся. Всегда нужно оценивать себя, где ты, как ты, какие у тебя есть на руках доказательственные факторы, как это будет в суде, мы это знаем. Мы постоянно работаем в суде, я знаю, какие, например, доказательства можно прикрепить, а какие будут сомнительными. Далее, после этого мы оцениваем, мы даем ему полную картину, он сам решает, клиент. Да, иду, да, знаю, сколько это будет стоить, да, знаю, сколько это по времени займет. После этого назначают определенную сумму, это всегда оплата идет в рассрочку, то есть, ну, как правило, в рассрочку. То есть есть какой-то этап предварительный, когда вот в вашем случае, да, legal notice, то есть мы затрачиваем время на изучение материалов, на оценку доказательств, на подготовку. Далее мы пишем такое хорошее письмо, такую хорошую такую претензию пишем. И если там адекватная компания, она понимает, очень часто, кстати, срабатывает с крупными компаниями, они понимают, что
надо быстрее решить этот вопрос, что это несет репутационные риски, что для них это уже как бы сигнал, что они потеряют, много будут возмещать. Ну, зависит, конечно, от разных категорий дел, да. Надо бы действительно сходить в Dubai Land Department или в RIRA, и куда мне обратиться, чтобы просто персонально, как брокер, сделать вот комплейн, жалобу на конкретного сейлс-менеджера у застройщика. Возможно это сделать? То есть у меня тоже есть доказательство риска, да, у меня есть клиент, там все. То есть прийти в RIRA, да, или куда идти? В RIRA нужно идти. Да, в земельный департамент приходите, да. Но это... Вы знаете, ну, я уже давно туда не хожу, как вот, скажем так, официально. Я туда хожу, уже знаю, кому хожу. Я не знаю, можно ли сказать, куда вам идти, кому идти, потому что я их знаю лично. То есть я уже, да, 4-й год здесь работаю. Уже заходишь, там знаешь, кто за что отвечает, и я говорю, вот такая проблема. То есть и некоторые вещи решаются по телефону. То есть если это какая-то мелочь, там, да. Прямо вот не пожалею времени, хотя у меня примерно так же, как у вас, час стоит. Вот, но я прям не пожалею времени, потому что хочется, чтобы забрали лицензию этого сейлза, хочется, чтобы его депортировали, чтобы он не работал с клиентами, чтобы ни в коем случае он больше никому не испортил жизнь, ничьи деньги больше не потратил, да, то есть таким образом, потому что это не... Да, у меня тоже есть... менеджер, ну какой relationship менеджер. Ну хорошо, спасибо большое, Иван, что вы меня так в это самое проконсультировали. Я сейчас хотя бы знаю, куда это самое двигаться. У меня еще буквально пару вопросов от подписчиков осталось, и, собственно, я тогда уже больше перестану вас мучить. Могу ли я напрямую купить у застройщика без привлечения агентства недвижимости? Ну вот мы уже, в принципе, обговорили, что могут, да. Можете, да, прямую прикупить, конечно. Другой вопрос, что интересно ли вам будет покупать напрямую застройщики. В некоторых случаях это плюсы. Вы знаете, что застройщики, да, могут припрятать какую-то недвижимость, они не показывают ее риэлторам, они продают ее сами. Либо же я столкнулась с другим. Когда покупатель заполняет форму на сайте этого застройщика, тут же к нему, значит, приходят сейлзы от этого застройщика и продают ему, что попало. Потому что еще особенно, если человек из-за границы, например, он в России, увидел где-то рекламку, обращается, ему продадут просто, что попало. То есть самым худшим видом, самым худшим... Может быть, да. Вот это. И еще плюс, мы как агентство недвижимости, у нас же уже наработаны как бы связи с несколькими застройщиками, у которых мы прям продаем определенное количество квартир. Соответственно, нам уже дают скидки, да, то есть мы можем выжать какие-то скидки для покупателей, мы можем выжать определенные рассрочки. Вот, например, сейчас с застройщиком Эллингтон. У Эллингтона рассрочка официально это 50 на 50, то есть 50 до сдачи, 50 на сдачу. Но у нас сейчас два клиента, которым мы обговариваем вообще вот сейчас оплата всего 10%, потом 20% в течение строительства и все остальные деньги только на уже сдачу. То есть то, что в принципе ну, невозможно себе представить, если бы клиент пришел напрямую к застройщику, потому что ну кто, он хочет всего одну квартиру, а мы там по 8-10 квартир продаем. Понятно, что нас слушают, понятно, что нас ну как бы ценят и идут к нам навстречу и нашим клиентам в том числе. Но поэтому... самое главное, что это бесплатно, с вашей стороны, то вы не берете за это как бы. Да. Абсолютно. То есть когда мы работаем с новостями, естественно, нам оплачивает застройщик. Тут в данном случае покупатель не переплачивает этот процент вообще никак. То есть то, что он купил бы застройщика, с плохой, например, рассрочкой. То же самое он купит за миллион. И у нас только уже с хорошей рассрочкой, с лучшим видом, с лучшей планировкой. Можно так вот даже сказать. И последний вопрос. Гражданин РФ получить ипотеку в Дубае, что для этого необходимо? Ну, собственно, уже тоже обсуждали этот вопрос по поводу ипотеки, что да, нерезидент может получить ипотеку. При открытии ипотеки открывается счет в банке, что необходимо при аренде недвижимости здесь. И, соответственно, это просто можно убить таким образом два зайца. Да? То есть ипотеку получить дешевую, гораздо дешевле. Верно говорить.
время, всю логистику, которая будет необходима для аренды этой недвижимости. Ну, в общем, у меня тогда на этом все вопросы. Спасибо большое, Аман, за то, что нашли время с нами встретиться, ответить на эти вопросы. И с удовольствием будем с вами поддерживать отношения, будем наших клиентов вам отправлять. И дай бог, что что-то все получится. И вот с этим тоже моментом, который с домак, тоже разрулим. И, ну, надеюсь, хочется... Да. Алена, да, но... вам спасибо, мне очень приятно, вы большая молодец, я смотрю тоже вас, столько полезной информации, вообще нашим не хватает, вот то, что вы сейчас выкладываете, кладете информации, я рада, что у нас такая с вами синергия, да, будем, да, сотрудничать, спасибо большое. У вас очень интересный эфир, и всем рекомендую пройти на профиль Айман. Кстати, у Айман есть еще YouTube-канал, на котором тоже много полезной информации правового характера. Так что всем хорошего дня. Спасибо еще раз, Айман. Будем на связи. Пока-пока. Спасибо, Алена. Пока-пока.